Добрый день! Я являюсь директором миссии христианской и также пастором Церкви Утешения. Мы сейчас собираемся выехать детям в приюты и дарить им подарки. И где мы участвуем с фондом «Духовная дипломатия». И мы хотим сейчас выехать и подарить действительно детям тепло, радость, мир. Все вам очень благодарны, и не только за эту помощь, которую вы своевременно нам оказали, но и за те встречи, которые вы проводили и до этого с нашими детьми, которые уже ушли, но помнят о вас и благодарны вам. Еще раз спасибо и вам, и вашей организации «Духовная дипломатия», и просим, чтобы вы к нам приходили и также дальше заботились о духовном состоянии и развитии наших детей и принимали такое же активное участие в их воспитании, как мы все взрослые, которые здесь трудимся. Спасибо вам.